Добрый день. У нас вопрос, который подходит всем вне зависимости от места нахождения и времени рождения. Главное, чтобы он вас интересовал. Вы в другое время эту карту не найдете и не сможете ее открыть. Этим законом много тысяч лет. Мы пришли еще с древнего Шумера, самой древней цивилизации. Там был заложен гороскоп. Итак, вопрос о человеке. Как он к вам реально относится и будет ли он вам помогать? Что он хочет таить в своей душе? У вас были близкие отношения, вы разочаровались, но все-таки он говорит, что хорошо к вам относится. Вы можете спрашивать о своем друге, о своем любимом человеке, о своем близком. Это не относится к тому человеку, который вам просто улыбается. Или ни разу не объяснялся. Нет, это когда охладевает отношения или вас начинают беспокоить сомнения очень сильные. Так, что он на самом деле нам принесет, что он будет делать. Ну, у нас речь все-таки идет о Венере. Мы говорим, о нем восходит Телец. Это Венера. И Венера, хотя она и прожженная стоит в Овне, это указывает вот окончательно на какие-то охлаждения. Но в то же время их связывает самый хороший аспект между Венерой и Луной. Это самое легкое. Он говорит, что он хочет исполнить ваше желание и вам помочь. И можем перевернуть вопрос, спрашиваем еще раз, уже с нашей точки зрения, что он нам принесет. У нас сохраняется та же пара, но под другим углом. Он вам принесет деньги. Тут говорится деньги или брак с деньгами, в общем-то. Это хорошие гармоничные отношения и шаг тут 6, то есть в течение 6 дней, 6 часов, 6 месяцев, ну вряд ли 6 лет, речь идет об отношениях, и это быстрые планеты, Венера в Овне, Луна в Близнеце. И Венера в Овне говорит о многих потрясениях эмоциональных, и Луна в Близнеце о том, что никак нельзя понять, ну где истина, где ложь. Как увидеть почти невозможно. Это вот такая пелена тумана. И поэтому понять, как человек на самом деле относится, одни факты вроде за, другие против, но тут ответ однозначно да, хороший. Он принесет вам или брак, или деньги с браком, любовь, дружбу, партнерство, несмотря ни на что. Может, тут кто-то вмешивается, или если что он хочет выполнить ваши желания. То есть тут однозначно, неважно, это мужчина спрашивает, или женщина, и о ком спрашивает, однозначно. Ну, тут две женских планеты, это говорит, что отношения, в общем-то, очень нежные, очень трепетные, очень душевные. Это самая лучшая пара, гораздо лучше, чем Марс с Венерой постоял. Вот такое показание, очень-очень хорошее, просто прекрасное. Да, несмотря на все сомнения, несмотря ни на что, ни на какие терзания, это все исполнится. И еще тут Марс тоже делает секстиль, как брать с вашей стороны, что он вам принесет деньги, даже богатство, как ни странно. И у него очень хороший показатель богатства. Второй дом в Стрельце и Юпитер в угловом доме, в самом сильном месте. Это однозначно он принесет. У него есть деньги. Или у вас так гороскоп сложится, выпадет, что вот вы друг друга будете поддерживать, и у него это будет очень сильно. Тут однозначно. Да? Очень интересно. Однозначно. Подтверждается дважды. Очень такая редкая карта. Просто редкая. Я вот еще смотрю разными методами, но это подтверждается. То есть, либо это до 19-го, в течение 8 дней
будет или в течение 3 недель. 3 дня, 3 недели. Ну, вот это помедленнее сказать. 3 недели, 3 месяца. Ну, это сбудется. 3-4 даже. В течение месяца или 8 дней это должно разрешиться. Как ни странно, довольно быстро это срабатывает. Но насчет богатства это может быть и несколько лет. Но он принесет у него очень сильное. Может, это бывает, когда гороскоп накладывается один на другой, они увеличивают благосостояние друг друга. А может быть, он в реальности ваш человек, близкий, богат. Он может вас этим наделить, и он хочет, у него это получится. Но это очень редкая карта, я ее выставлю. Я совершенно, честно говоря, когда загадывала, ожидала противоположного ответа полностью, 100%. И была четко даже уверена, что так и будет, потому что такая ситуация складывалась. Ну вот, такой ответ, и на этом я прощаюсь. Я такой карты еще пока не видела. Несмотря на то, что я видела 1000 карт, но такое я не видела. Так что, если вам совпало и вы о каком-то человеке спросите, это очень редко. На этом я прощаюсь.